Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений. Я генеральный директор сети Viking Touristic. Сейчас нахожусь в Греции, регион Пиерия. Поселок рядом, который с нами находится, Платамон. А рядом еще находится Неори Прои, Парои поселок. Отель, который мы с вами инспектируем, вот он. Название отеля Кронвель Платамон Ресорт. Это ресепшн. Ресепшн большой, красивый. Зайду в главный ресторан, поснимаю, что здесь. Обед уже закончился, это то, что осталось. Ресторан красивый. С видом на море. Номер 410 стандарт. Есть фен. Большая раковина. Есть ванна, душ. Плитка, кондиционер центральный, плазменный телевизор. Балкон большой, вытянутый, с видом на дорогу, на территорию и боковым видом на море. Еще разок снимем, когда никого нет, чтобы видели. Вот одна кровать, вот вторая большая. Номер 419, Junior Suite. А что же тогда Junior? Ванная комната. Здесь ванна, душ. Есть рукомойник здесь. Чайный уголок. Первая комната. Здесь большой угловой диван, плазменный телевизор, собственный балкон. Кондиционер центральный. Во второй комнате здесь уже ковролин. Большая кровать. Плазменный телевизор. Балкона здесь нету. Здесь есть своя ванная комната. Есть тапочки, халаты. Смотрите, здесь у нас ванны нету, здесь душ. Душ обычный. Здесь две ванные комнаты. И еще разок. Балкон такой же, как в предыдущем, вытянутый, с видом боковым на море и на горы. 606 сьют. Угловой диван большой. Покрытие здесь ковролин. Есть мини-кухня, раковина, микроволновка. Вторая комната отделяется дверью. Тоже плазменный телевизор, кондиционер центральный. Большая кровать. Ванная комната. Здесь у нас две раковины. Душевая кабина. Душ. Здесь тапочки, халат. Балкон. Балкон большой, с видом боковым на море и на гору. Не, это президентский тип номера. Покрытие плитка. Ага.
одна ванная комната, здесь душ. Одна комната большая, плазменный телевизор, центральный кондиционер, две отдельные кровати, закрывается дверью. Здесь есть окно, но балкона как такового нету. Вид на море. Переключаемся на ресепшн. А, да, я тут была. Душевая. Тут не была. Идем дальше. Это кухня большая. Еще есть фамилия. Есть большой холодильник, микроволновая печь, раковина, посуда, плазменный телевизор. Здесь большая крыша, которую можно использовать как зону для отдыха. Видите, какой вид. Есть еще одна комната. Спасибо. Тоже закрывается дверью. Здесь тоже ковролин. Большая кровать, плазменный телевизор, центральный кондиционер. Такой интересный лежак. Большая ванная комната, халаты здесь. Биде, унитаз. Ну, все положено. Есть душ, кабинка. Есть вот такая интересная ванна. Ну и здесь вот шторки можно открыть. И у вас будет тогда вид в комнату, вид на море. Это президентский номер. Здесь есть терраса, она закрывается стеклянными дверями. Двери можно убрать, и получается открытая площадь тогда. Там, я так понимаю, главный ресторан. Мы в него заходили тоже, может быть, на улице. Выходим с вами на территорию бассейна. И тут же рядом пляж находится. Отель работает по концепции до июня half-board, двухразовое питание, а уже после июня он начинает работать по концепции all-inclusive. И работает до сентября. И потом опять концепция меняется. Мы идем с вами на пляж. Здесь пахнет дымом, шашлыком. Видимо, что-то готовят на гриле. Это еще один бар. Красивый. Лежаки, шезлонги, волейбольная площадка, вот я вижу. Шезлонгов много. Здесь мы видим песок. Подойдем ближе, посмотрим, что там. Ну вот, друзья, как и в предыдущих отелях, здесь песок насыпной, а здесь уже галька начинается. Вот в нашем поселке Паралия, в котором мы были, там чистый песок, и вход видно песок, там нету камней. А здесь вот она, галечка, раз. И вход в воду здесь тоже галька, но она мелкая такая. Видите, сейчас вам постараюсь показать лучше. Вот она. Рядом с отелем здесь пусто. Глубина, видите, вот мужчина по пояс сразу же. Вот есть баскетбольная площадка, я еще вижу. Давайте не поедем в горы, а куда поедем? А центр? Добрый день. Подогреваемый бассейн, есть джакузи. Тут же находится тренажерный зал. Хорошие тренажеры, тренажеров много, большой тренажерный зал.
аквапарк. С 10 до 13, с 16 до 19. Здесь бар прямо в бассейне находится. Можно подплывать, заказывать напитки. Хорошая детская зона. Футбольное поле, мини-футбол. Покрытие здесь искусственное. Теннисный корт. Искусственное покрытие. Красивый здесь такой навес. Зеленый. Номер 802 вилла. Покрытие паркет. Большая ванная комната. Здесь своя сауна есть. Джакузи. Вот, пожалуйста. Халаты, тапочки. Душ. Камин, ванна с стеклом, можно открыть. А сама работает? Чайный уголок, кондиционер индивидуальный. Есть второй этаж. А что получается, здесь два места? Там внизу нет. Большая кровать, плазменный телевизор, кондиционер и небольшой туалет. Такой. Большой балкон с выходом вот так в сад. Да? До самого забора. Без бассейна. Друзья, это киви деревья. Вот видите, висит киви. Ага. Они в октябре созревают, мне говорят, поэтому кто здесь будет в октябре, киви прямо с дерева. А вот вам розмарин, пожалуйста, кустик. В рыбу, в мясо. Да, розмарином пахнет. Ой, захотелось какое-то мясо приготовить с розмарином. И полы. Это у нас черешня или вишня. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, порекомендуйте мой канал вашим друзьям, знакомым. Буду вам за это очень признателен.